Торонский дом литературы и кино совместно с театральной гостиной «Удивительная кошка» представляют программу «Музыкальные диверсанты». Эх, яблочко с цветками чистыми, не хотим мы быть больше коммунистами. Как песня становилась оружием в борьбе с советской властью? Какого артиста Сталин называл своим личным врагом? Чьи песни любил слушать генерал Власов? И почему сменил репертуар Александр Вертинский? В программе вечера показ документального фильма «Под грохот канонад. Синий платочек против Лили Марлен». И встреча с автором сценария картины, историком эстрады Максимом Кравчинским. Мы ждем вас в пятницу, 18 августа, в театральной гостиной «Удивительная кошка». Начало в 19:30.